Снег, лед и шквалистый ветер. Центральный федеральный округ сегодня пережил новый удар стихии. Синоптики говорят, что метель и гололедица продолжат властвовать и в Рязанской области, а пока в регионе мощный снегопад. О непогоде коммунальные службы были предупреждены заранее. В темное время суток дороги убирало максимальное число техники, но снег не переставал идти даже ночью. И если центральные дороги города убраны, то второстепенные улицы и дворы в снегу буквально утонули. До них снегоуборочная техника просто не доезжает. В свою очередь, автоинспекция предупреждает водителей отказаться на время стихии от своих авто и пересесть на общественный транспорт. При предъявлении водительского удостоверения проезд для автолюбителей бесплатный. Действует так называемый снежный билет. На первый взгляд такой же сугроб, как и все остальные, но стоит присмотреться и под снегом можно обнаружить автомобиль. Таких подснежников по городу десятки. Водители просто не рискуют садиться за руль, ведь в регионе объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, циклон покинет центральную Россию уже завтра. Но на смену снегопадам придут сильные морозы. Выходные в регионе ожидают до минус 17 градусов.